Почетные грамоты, цветы и благодарственные письма получили сотрудники почты. В отделении Химкинского почтамта прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника Почты России. Традиция отмечать этот праздник уже больше 25 лет. Лидеры движения общественной поддержки социально значимых инициатив «Химки. Интересно жить» вместе с представителями администрации поздравили сотрудников с профессиональным праздником и высказали слова благодарности за работу. Почта, как и все остальное, не стоит на месте. Очень удобно, привязал к телефону, пришел, получил оповещение, быстро, надежно получил посылку. Я обращалась за посылкой совсем недавно. В городском округе работает 17 почтовых отделений. В ближайшее время в 7 из них должны провести ремонт, после которого приходить на почту станет еще приятнее. Новый интерьер почтовых отделений создаст более комфортные условия для обслуживания населения, а самое главное – улучшит условия труда.